Тбилисский зоопарк после долгого ремонта и реконструкции вновь открыл свои двери для посетителей. Напомню, в июне этого года после непрерывного пятичасового ливня река Вэре вышла из берегов, смывая все на своем пути. В эпицентре оказался городской зоопарк. Кадры, на которых животные остались один на один со стихией, облетели тогда всю планету. Однако сегодня у зверей появился новый дом, и они осваиваются в удобных вольерах. Нам грустно от того, что нет очень многих животных, которых мы любили. Но в то же время радостно, что зоопарк открылся, что нам показали спасенных животных, и мы будем с удовольствием приходить, чтобы посмотреть на них. Из хищников в сегодняшнем зоопарке можно увидеть трех белых львов и двух леопардов. Их уже прозвали счастливчиками. За несколько дней до наводнения их перевели в новый вольер на возвышенности. Только поэтому животным удалось спастись. На восстановление верхнего яруса зверинца потребовалось ровно 3 месяца. Ни без участия, ни без различных людей. Узнав о трагедии, многие зоопарки мира предложили помощь коллегам из Тбилиси. К весне следующего года здесь готовятся принять новых обитателей. Почти 150 различных животных.